За прошедшие месяцы 2017 года количество укусов клещей, зафиксированных специалистами в учреждениях здравоохранения Бреста и Брестского района, существенно ниже цифр за аналогичный период 2016-го. Причина – холодная зима, снизившая общее количество кровопийц, а также сместившая время начала их активности. За истекший период этого года с укусами клещей в организации здравоохранения города Бреста и Брестского района уже обратилось 1420 человек. Из них пострадало 450 детей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то эта цифра была 1700 всего населения и 588 детей. Вместе с тем, расслабляться не стоит. Клещи кусают, и укусы эти могут таить в себе серьезную опасность. За истекший период 2017-го уже зарегистрировано 18 случаев лайм-боррелиоза и 2 случая клещевого энцефалита. А потому, если избежать атаки кровопийцы не удалось, медлить с визитом к врачу и приемом лекарств не стоит. Если же все-таки не удалось избежать встречи с клещом, в этом случае его необходимо как можно быстрее удалить. Если это нельзя сделать самостоятельно, вам следует обратиться по месту жительства к врачу-хирургу, либо же к травматологу. Извлеченного клеща можно исследовать. Исследование проводится на платной основе на базе лаборатории Брестского областного зонального центра генэпидемиологии. Меры профилактики уже не первый год остаются неизменными. Грамотный подбор одежды, тело должно быть максимально закрыто, использование репеллентов, а также самые взаимоосмотры. Внимание нужно обращать и на домашних питомцев. Нередко в их густой шерсти и пробираются в дома брещан кровожадные членистоногие. Тем более, что второй пик их активности не за горами. Специалисты прогнозируют его на сентябрь и теплую часть октября.